В России растет заболеваемость коронавирусом. Аналогичная ситуация и в нашем регионе. Больницы округа к развитию ситуации готовы, заверил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Все больницы Ямала имеют необходимый запас, существенный запас, с учетом максимально долгого тяжелого периода. Под это мы свои планы делали, поэтому здесь сомнений нет. Мы к этому осенне-зимнему периоду роста заболеваемости подошли уже с полными складами. Но, повторюсь, ни больница, ни СИЗа это все не поможет, если мы не будем выполнять понятные меры личной безопасности. Это позволяет растягивать период заболевания, это меньше нагрузка на систему здравоохранения, и тогда мы будем делать самое главное – сохранять жизнь, здоровье наших с вами ямальцев. Дмитрий Артюхов снова призвал ямальцев соблюдать меры предосторожности. Также губернатор отметил, что в ближайшее время возможно ужесточение режима повышенной готовности. Не хочется вводить каких-то жестких мер, пока это лишь только в процессе всего обсуждения, как и на это реагировать. Но мы тоже с вами должны смотреть на вещи объективно. Что-то, видимо, нам придется снова ограничивать. К этому нас подталкивают объективные цифры. Что сейчас, конечно, настораживает, и видно, эта дискуссия сейчас начинается по всей стране, все-таки школы, дети не болеют, к счастью, тяжело, но, как известно, являются переносчиками этой болезни. И мы видим, что заболевания идут где-то, возможно, нам придется какие-то школы со школами заниматься, вводить какие-то карантины. Ну, надо обсуждать локально. В целом, что могу попросить? Всех максимально соблюдать. Это самое главное. Маски, санитарная обработка. То, что позволяет действительно, это доказано, сберечь себя и своих близких. Это надо делать. Напомним, режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 ноября включительно. Жителям необходимо носить маски в общественных местах и местах большого скопления людей, в том числе в общественном транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию. Для ямальцев старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сохранен режим самоизоляции. При возвращении жителей Ямала из поездки за пределы региона необходимо перед выходом на работу сдать тест на коронавирус.